Летающий робот, самостоятельно выбирающий маршрут, уверенно мчащийся на бреющем полете вдоль улицы небольшого поселка, зависающий неподвижно и практически бесшумно на высоте в километр в любой точке пространства, какой фантастический роман обходится без такого? А если робот умеет еще и наблюдать за окружающим пространством во всех мыслимых диапазонах и передавать информацию на компьютер и пульт оператора, то это и вовсе кажется абсолютной утопией. Ну оговоримся, не кажется, а казалось, поскольку такой аппарат существует. Вашему вниманию представлена беспилотная летательная система, относящаяся к самому малому классу на сегодняшний день, это микро-БПЛА. Данный аппарат способен выполнять самостоятельно какие-либо задачи, основываясь на информации, получаемой с его датчиков и GPS, а также может пилотироваться в ручном режиме оператором, и этот режим называется ДПЛА, дистанционно пилотируемый аппарат. То, что вы видите сейчас на экране, это не просто летательный аппарат. Это беспилотный летательный комплекс, состоящий из собственно летательного аппарата и наземной станции. Информация, которую получает аппарат при помощи видеокамеры, тепловизора или другой техники наблюдения, передается на наземную станцию в режиме реального времени. Эта информация отображается на экране монитора и фиксируется в памяти компьютера. На аппарате установлена дополнительная миниатюрная камера, изображение с которой может передаваться на специальные очки. Используя их, оператор может управлять аппаратом, как бы находясь в нем. А это важно при облете сложных объектов, таких, например, как заводские дымовые трубы или фасады массивных зданий. Собственно говоря, на его борту присутствуют следующие системы. Присутствуют три гироскопа, по самой последней технологии, это микромеханика, три акселерометра, три магнитометра, барометр и GPS. В памяти системы управления аппарата фиксируется маршрут его полета. Даже в случае выхода из строя системы связи или при больших радиопомехах, аппарат в автоматическом режиме сам возвращается в точку старта. Его возможности на самом деле колоссальны, и область применения очень обширная. Если говорить про специальную аппаратуру, которую мы к нему подвешиваем, например, тепловизор, его можно использовать для подразделения специального назначения и транслировать картинку на очки. Для МЧС, для разведки очагов пожаров, для коммунальных служб и теплоэнергетиков, для контроля за утечкой тепла. Как известно, сезон отопления, который вот-вот начнется, 50-60% тепла у нас уходит в форточку. Соответственно, строители при разработке новых зданий могут учитывать эти теплопотери. В самое ближайшее время разработчики беспилотной системы научат свой аппарат облетать объекты сложной формы. И не просто облетать, а лететь, сохраняя определенную ориентацию по отношению к объекту. Например, беспилотник сможет облетать заводские дымовые трубы с набором высоты по спирали на фиксированном расстоянии от поверхности трубы. Или обследовать фасад исторического памятника, аккуратно облетая все его зубцы и башни. Самолеты или беспилотные летательные аппараты планерного типа, конечно, они применяются, но картинку в статике они дать не могут. Они не могут зависнуть в воздухе, не могут сделать тот же самый телеконтроль, о чем мы говорили, там, состояние зданий высотных или картинки для тех же самых подразделений специального назначения. Здесь основные преимущества – это портативность, стабильность картинки передаваемой, то есть стабилизированность аппарата в полете. Несмотря на погодные условия, мы можем летать и в ветер до 10-12 метров в секунду, и в дождь, ну, естественно, не ливень, но такой средний дождь, аппаратура вся защищена электроникой.
Несмотря на скромные размеры аппарата, он может на внешней гиростабилизированной подвеске уверенно нести телевизионную камеру или фотоаппарат. Камера может сохранять любое заданное положение практически независимо от крена самого аппарата. В результате изображение получается весьма стабильным. Оператор с земли управляет работой камеры. Вокруг вертикальной оси камера поворачивается вместе с аппаратом, а вокруг горизонтальной — на собственной подвеске. Впрочем, камера может работать и в полностью автоматическом режиме. Стабильность аппарата в полете достигается за счет той электронной начинки, которая в нем присутствует. Это 3 магнитометра, 3 акселерометра, барометр, GPS-компас. А в дальнейшем мы планируем применить ультразвуковые датчики в дистанции. Он будет огибать препятствия. Инфракрасный горизонт. Ну, это то, что используется, если даже не во взрослой авиации, а в космических технологиях. Они уже здесь.